Друзья, всем привет! Сегодня 2 апреля 2020 года. Мы едем забирать нашу машину, которую ждем уже практически год. Если помните, в мае 2019 года мы забронировали автомобиль Li One, и сегодня нам его выдают. Сейчас мы идем получать временный номер на автомобиль. Это первый шаг, который нам необходимо сделать. А далее поедем в автосалон. То самое место, где сейчас Алексей получит свои заветные временные номера на машинку. По этим номерам мы сможем передвигаться целый месяц по всему Китаю. По всему Китаю? Супер! Сейчас хотели зайти в это административное здание, где выдаются временные номера на машинку, транзитные номера. Меня не пустили. Хозяина пустили, скрипя душой. Ну, потому что он же хозяин машины, ему же нужно получать. А меня не пустили. А причина того, что в Китае сейчас идет большие нападки китайцев на иностранцев. Типа они являются разносчиком заразы коронавирусной. Особенно в случае новых кейсов. Потому что все новые кейсы зарегистрированы только от иностранцев. Китайцев практически нет. А соответственно, раз ты заехал, раз ты болел, у нас с тобой контактировали другие, ты чума. Вот так вот. Получили мы номера. Номер B14VY7. Непонятный номер, ну ладно. Все равно временные. Поправочка к тому, что я сказал до этого. Ездить можно не по всему Китаю, а только по нашему району Гуандонг. Это в него входит Шэньчжэнь и ближайшие города. Действует право месяц. Все. Алексей Мамонтов. Погнали получать машину. Так, наш следующий этап. Мы едем в автосалон. Обратите внимание, такси, да. Пленкой, ограничения водителя от пассажиров. Едем в китайском такси, торопимся, потому что через час закрывается автосалон на обед. Если мы не успеем, то придется ждать целых 2 часа, пока они не покушают, а китайцы кушать любят. Так, приехали мы к автосалону, но нас не пускают, потому что 2 иностранца, они вызывают начальника, начальник будет решать, почему 2 иностранца решили вдруг пробраться в автосалон. Ну, вот такая система здесь, они сейчас очень сильно боятся иностранцев. С боем прорвались мы к автосалону, сейчас пойдем забирать нашу красотку. Погнали! Сначала проверит машина 5-10 минут. Угу. Потом看完信之后回来这边我们签一个购车协议. А потом здесь договор написать. Да,签完购车协议. Друзья, настал тот момент X. Мы идем к нашей машинке. И где же она? На ли вода чи? О,
вот она! Black One. Black One. Вот она машинка наша. Посмотрите, какая красоточка, а. Послушайте, как она теперь закрывается. Финальный вариант. А? Уже не как образец. Чувствуется, что двери потяжелели. А, сейчас менеджер нам сказал, что они добавили автоматическую вентиляционную решетку, защиту, которая гасит сопротивление ветра. То есть, если вы едете, если сильный поток ветра, она открывается и, соответственно, минимизирует сопротивление ветра. Раньше ее не было. Все автоматически работает. Это поменяли дороже. Раньше лежит так. Дороже поменяли. Где-то дороже 1000 юаней. Сейчас дороже, да, сделали? Да, да, 105 хабер. Самое главное, английский язык они сделали или нет? Компьютер. Бухао, бухао, пеня, бухао. Кой еще мы? Сейчас двойной стеклопакет двойной стал. Сначала надо ключи. Если ключи далеко, тогда нет. Раньше это не было, это тоже теперь добавили. 这种场景呢，主要是比如说我们去超市购物，抱着个大箱子，手腾不开， 那我们就用脚来开启。 Закрывает только. Там есть много. Да-да-да. Указания и так далее. Ребятки подписывают договор об акте приемки автомобиля, где указывается о том, что у машины гарантия пожизненная. Конечно же, есть ряд нюансов, но это мелочи. Самое что интересное, договор всего на 3 листах. Никаких подводных камней, никаких но, никаких если бы, да кабы. Все четко и понятно. So 120 cars you give to other people for the last month, right? Not about me. Okay, a whole company. Okay. All Shenzhen. Okay. All this. Only this. Only this point. Only this office. Okay. Ну что, пойдем изучим машину. Марин, помнишь, когда мы страховку покупали, они сказали, что эту машину невозможно украсть. Почему? Сразу видно, где эта машина. 对，其实误差已经很小了。мы уже с машиной 19-15 миль, это совсем близко уже. 对。Так а если человек, который ее украдет, ее просто
GPS, заблокирует GPS. Марин, скажи ему, что бензиновые машины, которые, да, обычные бензиновые, пока 1500 километров, 1500 километров не проехала машина, да, нельзя сильно газ нажимать. Здесь можно сразу газ нажимать полный и ехать быстро, ехать быстро, или нет? Да. 他说就是那个平常咱们那个汽油的那个车吧，我们不需要，就直接走就行了。Сразу можно ехать быстро. 一下就很快，对，直接走就行了。踩刹车挂D档就走。啊，对。Ну все, сегодня проверим скорость. 行，那我先。Откуда的？ 这个就是我们的胎压，2.4到2.6都是正常的。哎，对，不鸟的。если будет проблема, то он покажет, да, здесь? 他说要是有问题的话，会不会告我们？会，他会显红。比如说哈，假设这个轮胎，так, друзья, снимаем маски, мы в своей машине, здесь мы можем делать то, что захотим. А сейчас мы лишим девственности этот пульт. Красота, а? Что, погнали тестировать эту машину? Как зовут? Ли Сян? Вот я же спрашивал, как ее зовут, ты когда смеялась тогда? Зовут. Забыли, сейчас Марчика спрашиваю. Ладно, давай, говори так, подожди. Макдоналд. Да, да, на сра. 找到多个麦当劳，你想选第几个？ Какой выбрать? Любой выбрать. Первый выбрать. Так ты скажи по-китайски. 第一个。好的，路线规划成功，请选择第几个。 We'll be right back.
ее нервы проверяешь. Сама стала тормозить? Да. Так, заправили полный бак. Бортовой компьютер показывает, что на нем мы можем проехать 620 километров. Ну и плюс 180 на полной батарейке, итого получается 800 километров. На этом мы завершим сегодняшний ролик. Я надеюсь, вам все понравилось. Если понравилось, поставьте палец вверх. В комментариях можете написать ваши вопросы к следующему ролику. Мы потестируем нашу машинку и постараемся ответить на все, что вы написали в следующем выпуске. Ну а с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.